На благоустройство городского стадиона и ипподрома потратят 60 миллионов рублей. Здесь кипят строительные работы. После завершения реконструкции появится комплекс для отдыха, занятий спортом и проведения культурных мероприятий. Подробности далее. В этом году «Мамадыш» выиграл грант, приняв участие в федеральном конкурсе на лучший проект по созданию благоприятной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На возведение многофункциональной площадки на базе стадиона и ипподрома выделено 60 миллионов рублей. Реконструкцией комплекса занимается коллектив ООО «Строй-Сити». Одна из бригад сейчас ремонтирует административное здание и конюшню. В данный момент на самом здании конюшни перекрыли кровлю, ждем материалы на фасад. Также у нас главное здание ипподрома. Демонтаж всей работы закончен. Кладка уже практически все тоже закончено. Вот второй этаж кладка у нас была. Начали монтаж кровли. Дальнейшее также будет утепляться здание, фасад. Сайдингом обшиваться будет. После завершения реконструкции территория стадиона и ипподрома будет состоять из нескольких зон – торговых рядов, кафе, амфитеатра. Станет удобнее смотреть праздники, которые здесь проводятся. Спортивная зона предполагает места под волейбол и баскетбол. Для любителей картинга и конных скачек готовится новая трасса. Пешеходную дорожку выложат брусчаткой. Отдельно, кроме программы, еще нам дали вот лыжную базу. База тоже по президентской программе это все. Вот. Мы его, слава богу, нынче краткий срок его построили, и уже он у нас готов. Это. Здесь вот еще у нас остается фонари сюда повесить, и будет это у нас отличное место. Только для населения, для отдыха, для здоровья. Рядом каток, лыжная база, и вот здесь внизу на чугунке мы еще сделали для детей это горку, то есть спуск с подъемом с той стороны и с этой стороны, а там дальше лыжная горнолыжка будет, но это еще в будущем, но мы уже там работаем, трактор у нас там работает. Обновилась лыжная трасса. Ее протяженность составила 1,8 километра. Почти полностью она проходит через сосновый лес. В дальнейшем в нем будут посажены дополнительные деревья, чтобы защитить территорию от ветра. Появится и искусственное ограждение. Осенью трассу покрыли щебнем, в следующем году заасфальтируют. Сначала корыто сделали, потом песок и щебенка. Это не успели просто. Она в будущий год уже асфальтироваться будем. И будем круглогодично. Это летнее и зимнее будет. То есть круглогодично будет. Здесь очень красиво будет. Здесь будут лавки, здесь поляна отдыха будет. Все это со временем. Большая часть работ должна быть завершена до конца этого года.